депутаты наконец-то увидели этот объект, посетили мы номера, посмотрели номерной фонд, посмотрели и услышали от руководителя предприятия проблемные вопросы данного коммунального предприятия. Теперь нам станет как бы ближе понимание сложившейся ситуации. У нас и ранее было понимание, что надо принимать кардинальное решение по данному объекту. Теперь оно еще больше укрепилось, теперь депутаты увидели техническое состояние данного объекта. И ситуация на сегодняшний день пришла к тому, что надо принимать четкое решение о дальнейшей судьбе данного. Какие возможные решения? Первый вариант – это вложение значительных денежных средств в модернизацию текущих инженерных и прочих сетей данного объекта. И как вариант второй – это возможная реализация данного объекта. Как вы думаете, что реальнее? Это решение будет приниматься на сессии областного совета. Каждый из депутатов придет к своей фракции, покажет материалы, свое видение. И это не единоличное решение кого-то из депутатов. Решение будет приниматься коллегиально. Я думаю, депутаты, которые слаженно работают в нынешнем составе, придут к единому мнению и единственно правильному в данной ситуации.